Привет, дорогие друзья! У меня сегодня для вас очень ценная, полезная информация. Сегодня я расскажу вам, как раскрутить YouTube-канал без вложений, сделать его популярным, как добиться успеха. Очень много в интернете информации, как раскрутить канал, как добиться успеха, но они не раскрывают суть и не говорят о главном. Сегодня я раскрою вам величайший секрет, как добиться успеха и как сделать так, чтобы ваш канал приносил деньги, уволиться с нелюбимой работы и заниматься YouTube-каналом, жизнью своей мечты. Как это сделать? Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы получите массу полезной информации. Вы узнаете, в чем же кроется этот секрет, который никто нам не говорит. Многие блогеры, да, они говорят, нужно делать то, это, но я никогда, пересмотрев очень много видео, я никогда не видел и не слышал этого секрета. Теперь я его знаю. И поделюсь, конечно же, с вами. Ну что, вы готовы? Поехали! Если вы морально готовы услышать секрет, то вот вам секрет. Сразу и без предисловий. Для того, чтобы добиться успеха на YouTube, вам понадобится всего лишь 4 года. Да, 4 года. Вы скажете, ой, 4 года, я, как это? Ну это ж 4 года. То есть вы не хотите добиться успеха за 4 года, но готовы ходить, блин, на нелюбимую работу 40-50 лет? Друзья, каждый из вас, начиная с сегодняшнего дня, может добиться успеха. Может сделать свой канал популярным, без вложений, без затрат, но на это нужно 4 года, и это правда. Итак, что нужно делать? Полностью расскажу вам алгоритм. Каждые 3 дня вам нужно выкладывать видео. Неважно, у вас нет камеры, нет света дорогостоящего, нет микрофона, это не важно. Это правило подойдет для любой категории YouTube, не важно, что вы снимаете. Важно только одно, это постоянство усилий. Каждые 3 дня вы должны выкладывать один ролик. На протяжении месяца вы должны выкладывать 10 роликов, в год 120 роликов. И так каждый год. Вот вам секрет успеха, о котором никто и нигде вам не скажет. Эта информация бесценна. Она дает полностью руководство, как стать независимым. Выкладывайте один ролик в 3 дня, не пропуская ни одного дня на протяжении 4 лет. Да, у каждого канала разная тематика, и каждому может понадобиться меньше времени, и 2 года, и 3, и 4, но это база. Если вы будете вести свой канал 4 года, вы добьетесь однозначно успеха. Все это возможно, и это так. Невозможно не добиться успеха вести канал 4 года, такое невозможно. На YouTube нет таких каналов, которые не добились успеха. Посмотрите статистику, откройте канал, который 4 года и регулярно выкладывает видео, за год, за два, они по-любому наберут десятки тысяч, а то и сотни тысяч просмотров. Сейчас я вам покажу статистику по своему каналу, которая наглядно вам продемонстрирует, как работают алгоритмы. Этого вы нигде не увидите. Я покажу вам, как в математической прогрессии, как идут прорывы, толчки. Все это покажу наглядно. Друзья, я хотел записать этот ролик позже, когда мой канал наберет как можно больше просмотров и больше будет статистики. Но мы с вами потеряем время. Кстати, напишите в комментариях, что для человека является самым главным в его жизни. Самым ценным, даже я сказал, в его жизни. Напишите в комментариях, и правильные ответы я помечу сердечком.
Итак, как вы думаете, сколько подписчиков было на моем канале спустя полгода? Вы никогда не догадаетесь. Готовы? Это 58 подписчиков. 58 подписчиков, серьезно, за полгода работы. Но я же выкладывал, я старался. Я бы давно мог бросить свой канал и все. Но я продолжал это делать. Прошел год. Как вы думаете, сколько на моем канале было подписчиков? Готовы? 232 подписчика. 232 подписчика? Ой, да что целый год? Ну и что, что целый год? Вы работали, да, и казалось бы, с 58 до 232 всего лишь подписчика, да, все, можно забросить. Но нет, так делают многие, но не вы. У вас есть уже секрет, алгоритм. 100% гарантия, как добиться успеха. Просто следуйте ей. И все, больше вам ничего не понадобится. И вот самое интересное, прошло 2 года. Как вы думаете, сколько подписчиков на моем канале? И вот бам, вот вам скрин. 23 тысячи подписчиков. Вот секрет, который работает. И статистика, скрины с моего канала это подтверждает. Она не работает так, как за один год 20, на следующий 40, потом 60. Нет, она работает именно с прорывом, с толчком. Видео начнут ваши выстреливать. Одно видео может выстрелить, подняться вверх, набрать миллионы просмотров и тысячи подписчиков. Вот как это работает. Вы не думайте, что не гонитесь за просмотрами, за подписками. Делайте качественный контент. У меня канал это самоделки. Я все люблю делать своими руками. То есть нести пользу людям. И разные советы полезные, которые помогают людям в жизни. Вот, вы соберете качественную аудиторию. Представьте, какие люди будут окружать вас. То есть вы несете пользу людям, они вам пишут комментарии, подписываются. Допустим, такие комментарии, как «Спасибо, мне помог этот способ». Это делает меня счастливым, это делает меня радостным. А подписки и лайки, комментарии, это все придет потом. Это все воздастся, если вы будете снимать какой-то трэш, какую-то, там, я не знаю, в общем, все что угодно, то такую аудиторию вы соберете возле себя. То есть, конечно, что снимать, это ваше дело. Снимайте свой путь, снимайте, как вы начинаете, как вы двигаетесь, что вы кушаете, где вы гуляете, какие книги вы читаете. Снимайте все, если не знаете, что снимать. Теперь я объясню, почему не важно, как вы начинаете, и вообще не важно, и почему всем это правило подходит. Потому что когда вы будете идти, вы будете развиваться по пути, у вас будет улучшаться камера, свет, звук, вы будете лучше монтировать, вы будете качественнее делать. Это все будет по пути, со временем, не сразу. Вот почему важно начинать с любого телефона. Без света, главное, вы научитесь разговаривать, вы научитесь качественно снимать, у вас появится качественный свет, у вас появится качественный звук, вы научитесь монтировать, вы станете просто гуру в своем деле. Если, конечно же, вам это нравится, это должно нравиться, потому что сначала не будет получаться приносить, скажем так, денег ваш канал, но со временем, если вы продолжите, если вы не сдадитесь, вы добьетесь колоссального успеха. У вас будут миллионные просмотры, миллионы подписчиков, вы уволитесь с нелюбимой работы, вам не нужно будет ходить на работу, потому что YouTube будет приносить вам деньги, монетизация будет исчисляться в тысячах долларов. Вот секрет и главное правило YouTube. Одно видео в 3 дня, без пропуска, без промедлений. Выкладывайте, выкладывайте, выкладывайте на протяжении 4 лет.
Вам может понадобиться и 2, и 3. Я уже говорил об этом. Главное – постоянство усилий. Запомните это правило, и оно приведет вас к успеху. Друзья, я верю в вас. Обязательно, обязательно поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Те, кто хочет добиться успеха на YouTube, это видео просто бомба-граната. Оно поможет вам не сломаться в начале пути и продолжить. Потому что, как я уже говорил, очень много каналов, которые полгода, год вели и сломались, не продолжили дальше. Видя по моим показателям, они просто бросили, забросили свое дело. Потому что маленькие просмотры, поначалу их может быть и 20, и 10, и 50 подписчиков вообще может не быть. Вот. И люди бросают начатое, вроде и нравится, бросили и все. А нужно идти дальше, нужно делать, выкладывать, совершенствоваться, идти по пути, как я говорил, развития. И все у вас получится. Так что, если интересно, заходите на YouTube, поищите каналы, которые 5-7 лет, если вы не верите мне, и посмотрите статистику. У них у всех миллионы подписчиков. Это просто невозможно. Невозможно не раскрутить свой канал, занимаясь 5-7 лет, это невозможно. Ну и, конечно же, когда вы добьетесь успеха, когда вы станете гуру в своем деле, деньги обязательно и успех придет к вам. Друзья, обязательно поставьте этому видео лайк. Пусть миллионы людей увидят, кто хочет вести свой YouTube канал. Это прямая инструкция. Я бы сказал, это грааль успеха. Это просто пушка-ракета, которая поможет вам добиться успеха, стать независимым. Спасибо большое за просмотр этого ролика. Спасибо большое подписчикам, зрителям моего канала. Друзья, в 2022 году я желаю вам, зная секрет, зная алгоритм, добиться максимального успеха на YouTube. У вас все получится. Вы сможете. Вы станете независимым, успешным, богатым и будете жить жизнью своей мечты. Всем пока!